Приветствую, друзья! Сегодня у нас будет практика энергодыхания. Одна фаза. Вся практика будет идти всего лишь 18 минут. И она рассчитана на то, чтобы вы нашли решение в сложной ситуации. Она будет очень простой. Это лайт-версия. Но это для таких быстрых решений, для того, чтобы подключиться к своему бессознательному, для того, чтобы, например, как это, подключиться к своей интуиции, да, и здесь будет очень важное внушение. То есть во время энергодыхания будет внушение таковым. Моя ситуация решилась самым наилучшим образом для меня. Все, она уже решилась. Запомните важный момент в настоящем времени. Получается, что когда вы заходите в определенный ритм дыхания, у вас меняется химия в организме, мозг переключает режим восприятия, и получается, что когда вы создаете и идете в эту практику с внушением «моя ситуация решилась самым наилучшим образом для меня», да, имея в виду данную ситуацию, то мозг каким-то образом, каким-то чудом, это показывает уже практика, он это решение вам откуда-то берет, генерит. Сами знаете, что мозг – это суперкомпьютер, которым многие люди не умеют пользоваться. Так вот, мы нашли ключики и лазейки, при помощи которых можно запустить наш мозг на гораздо больше процент. Все это делайте при помощи техники энергодыхания. Поэтому вам нужно будет сесть или лечь удобно. Дыхание будет вдох носом, выдох ртом, вот так. Я просто показываю вдох-выдох руками. Можно этого не делать. И всегда держите установку внутри, что моя ситуация, имея в виду данную проблему или какую-то задачу, уже решилась самым наилучшим образом для меня. Все, больше ничего не надо делать. Первое, вы можете увидеть решение во время практики. Второе, вы можете увидеть решение в виде образа после данного занятия. Пробуйте, исследуйте, проверяйте. Также нужно понимать, что это лайт-версия. Может такое быть, что ситуация очень сложная, и вы не сможете, например, мозг настроить на это решение. Поэтому возьмите что-то помощнее. Да, возьмите практику для более мощного погружения, длиннее, например, по времени. В общем, тестируйте, все работает, мы проверяли. И также можете найти отзывы под видео на YouTube «Экстренное решение сложной ситуации». Я запустил линейку таких практик, их будет много разных и разных по мощности. Устраивайтесь удобнее, практика лайтовая, можете ее промотать, послушать, как она звучит. И я вам желаю успеха, и ваша ситуация уже решилась самым наилучшим образом. Поехали! Займите удобное положение, руки вдоль тела, настройтесь на серьезную работу сегодня, у вас есть мотивация для практики энергодыхания. Подумайте о том, для чего вы это делаете. Подумайте еще раз. Очень важна ваша мотивирующая сила, которая будет двигать вас через то сопротивление, с которым вы встретитесь в практике. Ваша решимость, целеустремленность и желание преодолеть должны быть непоколебимы. Во время активной фазы, когда будет ритмичное энергодыхание, держи намерение на решении твоей ситуации самым наилучшим образом. А теперь мы приступаем к практике. Начинай дышать по этому ритму. Вдох носом, выдох ртом. Строго соблюдаем ритм дыхания.
носом, выдох ртом. Строго соблюдаем ритм дыхания. Вдох носом, выдох ртом. Строго соблюдаем ритм дыхания. Вдох носом, выдох ртом. Строго соблюдаем ритм дыхания. Вдох носом, выдох ртом. Строго соблюдаем ритм дыхания. Строго соблюдаем ритм дыхания. Строго соблюдаем ритм дыхания. Держи намерение на решении твоей ситуации самым наилучшим образом. Вдох носом, выдох ртом. Строго соблюдаем ритм дыхания. 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 Строго соблюдаем ритм дыхания.
дышим носом глубоко и медленно. Делаем глубокий вдох, глубокий выдох. Таким образом, ваше тело полностью расслаблено. И вы дышите носом легко и медленно. Также можно делать произвольные паузы между выдохом и вдохом. Настройтесь на состояние полета тела. Настройтесь на состояние полета души. Просто наблюдайте. 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 Просто исчезаешь ты, исчезаю я, исчезает мир, исчезает земля, исчезают люди, исчезает абсолютно все, и остается только любовь. Исчезает вся вселенная, остается только любовь.
исчезаешь ты, исчезаю я, исчезает мир, исчезает земля, исчезают люди, исчезает абсолютно все, и остается только любовь. Исчезает вся Вселенная, остается только любовь. Сейчас мы медленно приходим в себя, подвигаем пальцами рук, пальцами ног. Можно плавно потянуться, плавно подтягиваемся, включаемся, приходим в себя. И возвращаемся в нормальное состояние. Практика закончена. Практика закончена.